Привет, мои золотые! Сегодня у нас с вами очень нужное видео. Сегодня я расскажу вам, как делать намеки. Мы так часто хотим, чтобы наши парни сделали для нас что-нибудь, но они никогда не догадаются без наших намеков. И сейчас я вам покажу, как это сделать, чтобы они уж точно додумались. Ну что ж, поехали! Зай, мне нужна новая косметика. Мне не хватает 251-го тона помады. А еще мне нужен оливковый карандаш с коричневым оттенком и с бежевым подтоном. Финка, а что ты делаешь? Крашусь. А почему этим? Косметика закончилась. А, я понял, понял. Ну что, ты готова? Поехали в ресторан. Да, я готова. О боже мой, а что с тобой? Косметика закончилась. Ладно, заедем по дороге в магазин. Эльфик, а сделай мне покушать, что-то я проголодалась. Странно, доставка суши, я не заказывал. Зато я заказывала, иди открывай и накрывай на стол. Ты заказывала, ты открывай. Блин, хавать хочется. О, ням-нямка. Что это такое? Эльфик, я телефон потеряла. А как ты мне сейчас звонишь? Я взяла телефон у подруги. Но номер твой, как ты потеряла? Но я переставляла карточку, и в этот момент я потеряла телефон. Эльфик, хочешь новый телефон? Да, конечно. На, держи. Так это же твой. Теперь он твой, а мне нужен новый. Эй! Что хорошо? Да хорошо у тех, у кого есть цветочки. Эльфик, твои прошлые цветы уже засохли и плесенью покрылись. Купи мне новые. Смотри, какие красивые острова. Какая водичка голубая. Посмотри, какая красота. Может, махнем на острова? Да что туда ехать? Там сплошные комары. А что это ты делаешь? Да так, ничего. Загораю. Что, не видно? Так может тебя на море свозить? Там поэффективнее будет. Да, на море, на море. Эльфик, как ты думаешь, чего здесь не хватает? Ну, наверное, чувство вкуса. Ну чё, какой фильм смотрим? У меня есть несколько вариантов. Срочно выйти замуж, невеста, крутая свадьба, замуж за два дня, замуж за два дня, вторая часть. А давай посмотрим четыре свадьбы и одни похороны. Зай, почему ты грустишь? Я что-то хочу. А что ты хочешь? Не знаю, что-нибудь. Не знаю, что. Я знаю, что ты хочешь. Держи. Но он же пустой. Как это называется? Это называется «Закати губу».
Ну что ж, я надеюсь, это видео вам понравилось. И, пожалуйста, не забывайте про пальчики вверх. Мне это очень важно. Я хочу видеть вашу отдачу. Я хочу понимать, нравится вам контент или нет. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И пишите в комментариях, о чем вы намекаете парню или родителям. И может снять видео, как намекнуть родителям на что-то. Напишите в комментариях. И о чем именно вы хотите, чтобы я намекнула родителям. Пишите свои ситуации в комментариях. И самые лучшие ситуации я возьму в ролик. Короче, пишите обо всем в комментариях. Я так поняла, вам очень много придется писать в комментариях. И об этом видео, и о следующем видео, и о своих ситуациях. Короче, пишите кучу-кучу комментариев. Ну что ж, на этом все. Мы увидимся с вами очень скоро, уже в следующем видео. И пока!